Я давно хотел сюда приехать. Про Саровский университет мне рассказывал мой друг Андрей Семенов, который отсюда родом. Он сейчас в Фиане. Вот. Так что, значит, сегодня у нас с вами будет лекция по топологии такая, как бы, ну, что-то типа вводной лекции по топологии. А именно, так, вот это что такое? Это окружность, да? Но на самом деле я хочу нарисовать сейчас сферу. Сфера. Так? Поверхность мяча. Значит, есть такая теорема. Вот, она называется теорема Эйлера. Теорем Эйлера существует на свете великое множество, в районе, наверное, 100. Я имею в виду следующее. Любое собственное движение сферы. Сейчас я проясню все, что здесь написано, но доказывать я ее не буду, потому что это отдельная история, довольно длинная. Любое собственное движение сферы, обычной сферы в R3, ну то есть вот то, что я нарисовал в обычном нашем трехмерном пространстве. Кто может завершить? Еще раз? Может, описывается бустом вращения? Да, буста здесь не будет. Является вращением. Буст — это когда как бы у нас точка, есть движение сферы, да, значит, внутренняя точка в центре будет неподвижной, и там без буста. Ну да, это очень близко к тому. Значит, любое собственное движение сферы является вращением вокруг некоторой оси. Вокруг некоторой оси. Вот это вот теорема, по крайней мере, я должен объяснить, что она означает. Первое, что такое движение? Что значит движение сферы? Что я здесь написал? Вот я взял футбольный мяч, он раскрашен в один цвет. Потом попросил вас закрыть глаза всех, да? После чего что-то сделал с мячом. Вы открыли глаза и увидели тот же самый мяч на том же самом месте, занимающий то же самое пространство, да, тот же самый кусок пространства. Никакого вы не могли заметить движения, да, в этом случае. Но движение могло произойти, я мог его крутить как угодно. Просто из-за того, что он весь одноцветный, вы не заметили. Вот движение — это преобразование объекта, который объект сохраняет как единое целое внутри себя, ну то есть отображение из объекта в себя, которое сохраняет расстояние между точками. То есть, если я измерил расстояние между какими-то двумя точками до совершения вот этого преобразования и после, то расстояние будет то же самое. Вот. Интуитивно, ну так, эта теорема, да, она требует некоторого погружения, чтобы интуитивно она стала понятной. Ну и в ней, на самом деле, для нее там есть пара доказательств. Не то, чтобы она прямо сразу была очевидной. То есть, ну, вроде как вращал. На самом деле, результатом этого преобразования был выбор какой-то оси, поворот вокруг нее один раз просто на какой-то угол. Теперь что такое собственное? Что здесь написано? Собственное. Что значит собственное движение? Вот смотрите. Представьте, что внутренность футбольного мяча раскрашена в другой цвет. Внешне он красный, а внутри, например, зеленый. Я его беру, но это как бы, осуществить я это не могу, но формально это будет движением. Я его беру и полностью, как бы сказать, отражаю вот относительно экваториальной плоскости. Вот представьте Землю, да? Землю. И я взял экваториальную плоскость, северный полюс стал южным, 80-я широта северная стала 80-й южной, а экватор остался на месте. Вот так я ее вывернул наизнанку, схватил и вывернул наизнанку. Физически я не могу это сделать. Но формально, если я поставлю соответствие точкам вот так друг друга по вертикали, да, каждой такой точке, противоположную относительно экватора, формально это будет движением, потому что расстояния, естественно, сохраняются. Но при этом движении у меня как бы получилась вывернутая наизнанку сфера, и теперь у меня после этого выворачивания она как бы сверху зеленая, а снизу красная. Это значит, что изменилась ориентация пространства в процессе. Она как бы либо меняется, либо не меняется. У нее два состояния. Это может быть либо изменение ориентации, либо сохранение. Так вот, если ориентация сохраняется, то движение называется собственным. Это просто определение, ну, просто такое как бы название. Такой термин. То есть, ну и вот, собственно, вот теперь утверждение, что собственное движение является вращением вокруг некоторой оси. То есть существует ось, которая проходит через центр этой сферы,
и угол какой-то поворота φ такой, что данное движение является поворотом относительно этой оси на некоторый угол. Хорошо. Это то, с чего мы начнем. Теперь я подвожу постепенно к вопросу, который нас будет интересовать. Для этого я нарисую на плоскости обычную окружность. Так? И буду рассматривать ее повороты. Повороты окружности. Существуют числа, которые кодируют такие повороты. Что значит числа, которые кодируют повороты? Вообще, значит, вот что мне надо знать про повороты? Это значит, что если, вот мне нужно знать, что если я поверну на угол φ, а потом на угол ψ, вот так вот один раз на угол φ, а потом на угол ψ, то что в результате получится? Да. То есть поворот на угол φ, а потом поворот на угол ψ. Это то же самое, что поворот на угол φ плюс ψ. Ну и обратите внимание, что я могу переменить порядок исполнения этих поворотов. И, кстати, может быть, вы это уже знаете, вообще они совершаются справа налево, как в еврейском или арабском алфавите, да? Читать надо справа налево. Когда написано, что какой-то поворот нужно осуществить и какой-то еще, или вообще какое-то преобразование, и потом какое-то еще. Берут вначале это, потом это. Почему так странно? А потому что преобразования в них подставляют обычно точки. То есть я должен подставить какую-то точку там x на этой сфере, да? Ну или здесь, в данном случае, на окружности. И видно, что удобнее подставить в начале ту, которая идет справа, тогда формула получится естественной. Rφ на Rφ от x равно Rψ, взятое от Rφ от x. Но если я беру от x в начале Rφ, значит, я первым делаю Rφ. То есть в начале про такое, а потом уже на угол ψ. В случае с поворотами окружности это не важно, порядок не имеет значения. Но, внимание, в случае с поворотами сферы это важно. Если я повернул относительно какой-то оси на какой-то угол, а потом относительно какой-то другой оси на какой-то другой угол, то в результате получится поворот относительно, ну, какой-то там третьей оси на какой-то угол, но здесь важно, в каком порядке я их осуществлял. То есть, может быть, я, если бы я вначале тот делал, а потом этот, почти всегда получается совершенно другое преобразование. Почти всегда. Иногда случайно они совпадают, но это очень редко случается. Ну, понятно, что если будет одна и та же ось, то будет одно и то же преобразование в результате. Но если оси разные, там углы должны быть 108, если оси должны быть перпендикулярны для этого. То есть там очень много дополнительных требований, чтобы в результате порядок был не важен. То есть, как правило, порядок важен. Так вот, существуют такие числа, которые задают повороты окружности и при умножении отвечают за композицию поворотов. Как называются эти числа? Комплексные. Совершенно верно. Значит, что такое комплексные числа? Ну, наверное, вы все-таки все знаете. Ну, большинство из вас, наверное, знает. Ну, поднимите руку, кто знает, что такое комплексные числа. Ну, все. Было бы странно, если люди, которые изучают физику, да, будут заниматься ядерным оружием, не зная, что такое комплексные числа. Да? В ядерной войне победит та нация, где больше народу знает комплексные числа. А еще и кватернионы, о которых я сегодня расскажу. Сегодня такие сферы большие, высокие уже. Ну вот, ну действительно, значит, у нас есть комплексные числа, которые заметают всю плоскость. По сложению это просто вектора. И складываются они по правилу параллелограмма или там по правилу треугольника. Вычитание следует из сложения. А вот умножение комплексных чисел – это, значит, ну, когда мы в координатах, мы пишем а плюс би умножить на c плюс ди. Получается у нас ac минус bd, да, я говорю то, что вы должны знать, да, прибавить bc плюс ad умножить на i. Это в координатах. Но мне интересно не то, как это в координатах, а то, как это на плоскости. То есть, если я возьму вот эти вот два вектора, например, и перемножу, то что у меня в результате получится? Давайте я здесь еще раз нарисую.
и буду применять разные цвета. Эти доски хороши. Вот я долго к ним привыкал. Мне они там за разные вещи не нравились, но все-таки я к ним привык. И вот главное у этих досок, что есть цвета разные. Вот как тут вызвать дух цвета, да, другого? Так, давайте, желтый, да? Так, и дальше что, еще раз, да? А, или просто, да, ну ладно. Вот у меня единичная окружность. Почему она мне так важна? Потому что если у меня нет единичной окружности, я не знаю, какой длины будет произведение. Если бы у меня единичная окружность была большая, то это были бы маленькие вектора, и их произведение было бы совсем еле заметным. А если тут единичная окружность маленькая, то наоборот, это очень длинные вектора с точки зрения, да, их длин относительно этой единичной окружности. Тогда их произведение огромное. То есть произведение, просто так сказать, чему равно произведение двух векторов, нельзя. Нужно иметь масштаб. Вот. Ну и, соответственно, если я задам масштаб, то теперь я уже могу сказать, чему отвечает эта формула. Она, оказывается, отвечает тому, что я перемножу длины, так, вспоминаем правила, да, игры, перемножу длины, а тут у меня получится чуть-чуть короче, соответственно, чем было, раз это чуть короче единицы, ну вот, то есть результат должен жить на окружности радиуса произведения длин. А чтобы понять, где живет, я складываю углы. Тоже знаете, да, все? Так вот, то, что я складываю углы, означает, что если я каждому повороту поставлю соответствие некоторое комплексное число, какое комплексное число? Е в степени икси это называется, да? Е в степени икси на самом деле равная косинус кси плюс и синус кси. Это не кси, да? Кси. У меня проблема с греческими буквами, простите, я как-то... Пси или кси? Пси. Пси. Вот. А rφ, соответственно, я сопоставляю e в степени и φ, которое равно косинус φ плюс и синус φ. И вот я числами закодировал повороты, потому что каждому углу соответствует одно такое число комплексное, а произведению поворотов на угол φ и ψ в любом порядке соответствует перемножение этих чисел косинус фи плюс и синус фи умножить на косинус пси плюс и синус пси. Это будет как раз поворот на угол фи плюс пси. Из чего, кстати, сразу же вытекает формула тригонометрической суммы углов. Знаете, да, эти косинус суммы, косинус синус суммы, они мгновенно следуют, потому что если я раскрою здесь скобки, как раз получится, что вещественная часть это косинус на косинус минус синус на синус, а мнимая часть это синус на косинус плюс косинус на синус. И мы получаем те самые формулы, которые мы хорошо знаем в школе, которые, конечно, связаны с комплексными числами. Тригонометрия – это школьный отцвет, так сказать, смысловой нагрузки комплексных чисел. То есть комплексные числа – вещь идейная. Но как с ними работать, это тригонометрия. Вот в школе преподают, как работать с комплексными числами, но скрывают их существование. Это как если как бы вам вот нужно, вам пришел человек, да, вам нужно его прооперировать, значит, вас учат, вы будущий хирург, вас учат не тому, что это человек, а тому, что у него есть живот, который надо оперировать. Вы будете оперировать живот, и вы должны выучить, как выглядит живот. Вот вам берут манекен, отрезают все остальное, берут живот, оперируй. Вот, а потом живого человека говорит, вот здесь у него живот. Вот, а другому будут объяснять, как оперировать сердце. Также ему отрежут вот этот кусок и скажут, вот это вот, значит, кусок, который отвечает за сердце. Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, смысл кажется для... Ну, считается, что большинство школьников как бы не может понять комплексных чисел глубоко, поэтому надо просто заучить тригонометрические формулы наизусть. Это довольно такой спорный для меня тезис. Но для нас с вами все понятно. То есть есть комплексные числа и есть правила их перемножения. Углы складываются, длины перемножаются. И есть множество всех поворотов окружности, и они этими числами кодируются. Композиция поворотов отвечает и сумме углов, и произведению комплексных чисел. Так, сверили часы? А теперь вопрос. А можно ли придумать числа, которые кодируют каким-либо образом повороты сферы? Ну, размер сбросить.
Да, да, хорошо, 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 да. Ну вот нам, значит, наша сегодняшняя задача состоит ровно в этом. Придумать числа, которые кодируют повороты сферы, но не просто кодируют, а именно с соблюдением двух требований. Первое требование такое. Если поворот чуть-чуть отличается от предыдущего, то есть вот кто-то повернул на 30 градусов, кто-то на 31, да? Комплексные числа, которые записаны, тоже чуть-чуть на плоскости только отличаются, которые им отвечают. То есть близкие комплексные числа отвечают близким по смыслу поворотам окружности. Здесь мы будем требовать того же. Если у меня вот эти два числа новой природы, числа новой природы, числа новой природы должны обладать следующими двумя свойствами. Первое. Повороты сферы, да, движение сферы, которые соответствуют близким по смыслу числам. Ну, например, в системе координат какой-нибудь, которые мы их зададим. Мы там понимаем, к чему мы клоним. Мы клоним к еще большей размерности, правильно? Ну, значит, будет как бы чуть-чуть больше координат. Так вот, значит, нужно, чтобы в координатном смысле близкие числа, эти новые, задавали близкие по смыслу повороты сферы. Что это значит близкие по смыслу? Это значит, что ось не очень сильно изменилась и угол не очень сильно изменился. У нас для поворотов сферы тоже есть свои собственные такие условные координаты. Это ось, и, кстати, в оси заложено два параметра, да, потому что прямых двухпараметрическое как бы семейство, да, различных осей может быть тут. У оси фактически это как бы точка, да. Ось то же самое, что ну, две точки, расположенные на сфере, но вот мы чуть-чуть меняем ось, значит, чуть-чуть меняются координаты вот соответствующих двух точек, и немножко можно поменять угол. Здесь там было на 30, здесь на 31 градус. И вот это означает, что если один из нас совершил поворот вокруг первой оси на первый угол на 30 градусов, второй вокруг чуть-чуть измененный на 31, то на самом деле адреса всех точек на сфере изменились примерно одинаково. То есть, если какой-то Ваня сидел здесь, да, какой-то Ваня в точке, ну, какой-нибудь там тараканчик Ваня, он на сфере жил, и его повернули на 30 градусов вокруг какой-то оси, а потом вернули обратно и повернули на 31 относительно чуть-чуть измененной оси, то он попал, ну, примерно туда же, куда и раньше, немножко изменилось его положение. Значит, что как бы это вот мы вводим понятие непрерывности, да, во множестве всех поворотов. Такое как бы понятие расстояния. Это расстояние маленькое. Так вот, числа, которые соответствуют таким двум близким поворотам, должны быть тоже близки, в координатном смысле близки. Это первое требование. Ну, а второе состоит в том, что композиции поворотов соответствуют перемножение чисел. Так, задача поставлена. То есть мы ищем новые числа, числа новой природы, более широкие, чем комплексные, которые задают повороты сферы. Для каждого поворота сферы будет существовать число этой природы. Композиция поворотов будет соответствовать произведению этих новых чисел, перемножению. Ну и близким поворотам близкие числа. Что из этого следует про умножение этих чисел сразу? То, что оно не обязательно. Да. То, что АВ не равно БА. Ну, не обязательно равно. В некоторых случаях будет равно, в некоторых нет. То есть числа, которые мы ищем, не будут удовлетворять... Плюсик, да, нужно? О, ага. Не будут удовлетворять одной из аксиом поля. Давайте я, наверное, для того, чтобы у вас был определенный глоссарий, скажите, у вас есть курс абстрактной алгебры? Нету, да? То есть группа, кольцо, поле, всего этого не... А кто, кстати, знает, случайно знает? Поднимите руку, кто случайно знает, что такое группа, кольцо, поле. Группа. Кто знает группу? А, ага. Группа уже некоторое количество знает. Значит, смотрите. Группа, я хочу рассказать, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, что это входит в арсенал того, что нужно знать любому ученому. Поэтому я вам расскажу.
Группа — это множество вместе с операцией. Наверное, этот рыжий не очень, да, все-таки? Какой-то нужен более яркий цвет. Красный хорошо будет? А вообще, какой здесь цвет лучше всего пишет? Белый. Белый, господи, как легко. Просто белый. О. Группа — это множество и операция. Множество и операция. Что значит операция? Это значит, что я, вот совсем простым языком, я перечисляю элементы этой группы. В принципе, их может быть бесконечное количество вполне. Тогда я мысленно их перечисляю. Строю такую вот как бы матрицу, да, табличку. И на каждом пересечении, вот скажем, здесь G5, здесь G2, стоит G тоже с каким-то номером, то есть из того же множества. Мы тогда говорим, что G5 композиция с G2 равно G8. Там, где стоит G2, G5, не обязательно стоит G8, может стоять G9, например. Да? То есть, в принципе, группа не обязана вот этому удовлетворять. То есть G1, звездочка G2, или просто G на H, да? G на H не, равно H на G не всегда, я так это напишу. Если бы я сформулировал «не равно», тогда бы я бы утверждал, что никогда не равно. Но бывает равно, например, G на G равно G на G, да? Вот. Но мы не требуем этого равенства как аксиомы. Мы говорим, что иногда может быть равно, иногда может быть не равно. Но что обязательно требовать? Ассоциативность, то есть G на H, а потом на какой-то там R из той же группы, должно быть то же самое, что G, а потом H на R. То есть, если я, значит, нашел результат вот в этом пересечении, и потом его здесь отыскал, нашел R, посмотрел сюда, то должно быть то же самое, что вначале я нашел результат пересечения H и R, и потом его нашел в столбце, нашел G и посмотрел сюда. Эти два должны всегда совпадать. Всегда! То есть, независимо от того, что я сюда поставляю. Отсюда в частности следует, да, в частности отсюда уже следует, что корректно определено G, например, в кубе, да, потому что это G на G и потом еще раз на G, но это то же самое, что G, а потом еще раз на G на G. Вот, то есть из этого условия ясно, что корректно определены степени одного и того же элемента. Вот так можем брать в кубе, в четвертой, в пятой. Будет все одно и то же из-за вот этого свойства ассоциативности. Да, это на самом деле вот так лучше бы. То есть G композиционный куб, это значит, что поставить в ряд три буквы G и их поспаривать друг с другом. И, как оказывается, это будет один и тот же результат, если я спариваю вначале первые два и потом присобачиваю третий. Или наоборот, следует из ассоциативности, из этого требования. Понятно, что если я в четвертую степень возведу, тоже будет то же самое. Там несколько раз надо будет эти скобки перекрутить, несколько раз воспользоваться ассоциативностью и так далее. Дальше. Существование нейтрального элемента, такого, что его с кем не спаривай, будет то же самое, что было. Должен существовать такой, который ничего не меняет. Обычно его сюда ставят, вот начало переносит. И тогда это требование стоит в том, что первая строка и первый столбец, ну просто то же самое, да, вот повторяет. И этот тоже G2, G5, так далее, GN. То есть первая строка, первый столбец, это просто переписанные, соответственно, нулевые. Да? Обязательно один такой должен быть? Да, это можно доказать, что он тогда будет один. То есть нужно потребовать его существования, а тогда будет следовать с помощью там некоторых выкладок, что он должен быть только один. И дальше, соответственно, последняя аксиома, последнее требование к понятию группа состоит в том, что для любого G существует нейтрализатор. Что значит нейтрализатор? Ага, с любой стороны фигач его, и получается Е. Вот так. Все. Вы не поверите, но из этих только трех аксиом следует очень глубоко проработанная теория групп с огромным количеством утверждений.
Более того, конечные группы в каком-то смысле полностью охарактеризованные, но там надо, это вот то, что я сейчас сказал, это верно не совсем, есть там понятие простая конечная группа, есть еще там дополнительные какие-то определения, но суть в том, что там есть некоторые невероятные исследования на 10 тысяч страниц, которые там более-менее ставят точку в исследовании конечных групп, причем любых. А про коммутативные, то есть когда GH равно HG, там вообще с конечным случаем все понятно абсолютно. Ну и, в общем, есть очень глубоко проработанная теория групп. Но на самом деле группы возникли у Галуа, который занимался решением уравнений, типа там, как вот квадратные трехчлены всякие, да, там дискриминанты. Вот он занимался обобщением на уравнение более высокой степени, и у него возникло понятие группы. Группы преобразований, там были группы перестановки корней одного и того же многочлена. Перестановки, он изучал перестановки. Ну и вот ввел формальное понятие группы. Потом Феликс Клейн, или Кляйн, не знаю точно, как правильно говорить, вообще сформулировал, что геометрией, как наукой, мы должны называть исследование фигур с точностью до равенства. А равенство – это означает, что одна фигура в другую переводится, ну, с помощью какого-то преобразования, а все преобразования должны образовывать группу. Ну, то есть, например, когда мы изучаем свойства подобных треугольников, там общие свойства всех подобных треугольников, не знаю, какие-нибудь теоремы типа сумма углов треугольников равна 180 градусов, мы делаем утверждение про класс треугольников, переводящихся друг в друга подобиями на плоскости. Подобия на плоскости образуют группу. Движение все плоскости тоже образуют группу. Движение, повороты окружности на любые углы образуют группу. Что там такое Е? Это ничего не делание. Это вот ты взял окружность, подержал в руках и все. Или шариком то же самое. Вы посмотрели, я попросил закрыть глаза, но на самом деле я ничего не делал. Вы открыли глаза, ничего не изменилось. Но оно и на самом деле не менялось. Называется Е, естественно, если его выполнить вслед за любым преобразованием, то получится то преобразование, которое ты выполнял. Вопрос, да? Я хотел уточнить, Е это просто как константа некая? Это некоторый элемент отсюда, он должен существовать вот с этим свойством. То есть должен существовать элемент Е такой, что вот это верно для любого элемента группы. Вот это равенство верно. Тут я тоже должен был написать для любых G, H, R. Для любых же, я просто не хочу захламлять слишком сильно доску. Вот. Но более формально было бы вот так. Да-да-да. Ноль. Значит, тут вот, да, сейчас я поясню. Это некоторая путаница, которую обязательно сейчас надо пояснить. Спасибо за вопрос, значит, сейчас я все поясню. Что такое ноль? Ноль – это нейтральный элемент в группе чисел по сложению или векторов. То есть, смотрите, вот эта вот операция, звездочка, я ее никак не назвал, я сказал, что она композиция. Если я ее назову плюс, то я могу привести кучу примеров групп. Например, все вещественные числа, обычные числа, относительно сложения, плюс. Ассоциативность есть? Есть. Коммутативность тоже есть, но это как бы не обязательно замечать, как бы. Это коммутативная группа, но неважно, важно остальное. Вот этот вот элемент, который требуется, чтобы существовал, он в данном случае ноль. Он существует, и он равен нулю. Ноль плюс любое число равно этому числу. И противоположное тоже существует. Минус 5 прибавить 5 равно нулю. Минус 7 прибавить 7 равно нулю. 10 прибавить минус 10 равно нулю. То есть группу образует, например, множество вещественных чисел относительно сложения. Группу также образует множество поворотов, которые я рассмотрел, окружности, на всевозможные углы. Здесь нет как бы такого, что значит ноль. Здесь нет нуля, здесь есть нейтральный элемент, который тождественный. Но если, например, я рассмотрю все вещественные числа относительно умножения, то будет ли это группой? Почему? Ноль. Потому что ноль мешает. А что с ним плохо? Давайте изучать. Вот ассоциативность есть? Есть. Дальше даже вот такой элемент есть. Это единица, да? Единица на любой элемент равна тому элементу. А это? Ноль. Мешает только одно противное такое число. Ноль. Для него нет обратного по умножению. Поэтому мы вычеркиваем ноль и превращаем это в группу. Не нулевые числа по умножению образуют группу. И тогда нейтральный элемент это что? Это один.
То есть получается, что у меня вот здесь вшита информация про много разных систем. Системы со знаком плюс, системы со знаком умножить, системы со знаком, как это, композиция преобразований. Потом есть вот перестановки, можно выполнить одну перестановку вслед за другой, будет еще одна, третья перестановка. Тоже это композиция, там тоже тривиальная перестановка будет единичным элементом. То есть это такой, как бы на сегодня, это совершенно универсальный язык современной абстрактной математики. Группа состоит в центре всего вообще как бы математического здания. После Галуа, это просто вообще Галуа, это вот, вот человек, который полностью определил язык, методы и все, что сегодня происходит. Ну, конечно, он не один был, там куча народу, значит, помогала ему в этом плане. То есть говорят вот таким вот языком группы. Теперь дальше, давайте я расскажу, что такое, это действительно будет важно, потому что мы будем там эти кватернионы вводить, они, значит, давайте я расскажу, что такое следующее, что такое поле. Поле, вот это, значит, группа, это здесь. Теперь что такое поле? Поле, и это более сложная система. Это множество k со следующим свойством. Внимание, три требования. Первое. Должна быть операция плюс. И относительно операции плюс множество всех элементов поля должно образовывать группу. Дальше. Ну, раз группа, значит, есть вычитание, да? Потому что есть противоположность, значит, можно сложить с противоположным, то есть вычесть. Дальше. Еще должно быть операция умножить. Ноль не предлагать по некоторой причине, которая сейчас пока непонятна, но вот если я выкину ноль, то вот это тоже должно быть группой. Да еще и группа с дополнительным свойством а плюс b равно b плюс a, а здесь, соответственно, ab равно ba. Но это еще не все. Есть еще третье требование. Как вы думаете, какое? Правильно, дистрибутивность. a на b плюс c равно ab плюс ac всегда. То есть поле. Вот все, что мы знаем про арифметические свойства вещественных чисел. Сводится, именно арифметически, сводится к вот этому набору требований, на самом деле. То есть сами эти вещественные числа должны образовывать группу по сложению, то есть должна быть операция плюс, вместе с ней, соответственно, минус. Эта группа. Дальше мы, можно сразу после этого сказать, что есть еще одна операция, которая ведет себя дистрибутивно. И после этого из дистрибутивности выводится, что 0 мешает образовывать группа по умножению, поэтому 0 надо выкинуть. Это будет следовать из дистрибутивности, я сейчас не буду описывать, это чисто выкладки такие, чисто математические выкладки, почему. Ну и, соответственно, если я выкинул 0, то без деления на 0 мы можем делить на все остальное, то есть k со звездой и точечка образует группу по умножению, тоже коммутативную. Вот эти три требования, вот они, значит, образуют то, что называется поле. Рациональные числа, то есть дроби, тоже образуют поле. Иногда для того, чтобы не очень пугать, вводят следующее определение. Поле — это система чисел, то есть каких-то объектов, которые можно складывать, вычитать, умножать и делить по обычным правилам. Но для абстрактного алгебраиста, важно, что эти правила выводятся на самом деле из этих трех аксиом. То есть требования группы по сложению, группа по умножению, если 0 выкинуть, и дистрибутивность. Все обычные правила. Вот смотрите, бином Ньютона. Бином Ньютона, а плюс b в n, на самом деле является следствием того, что здесь написано. Правило сокращенного умножения, что бы вы думали? Это следствие того, что здесь написано. То есть это как бы в абстрактной алгебре пытаются найти минимальное описание требований на объект, остальное выводить. Но для физиков можно сказать, что поле — это абстракция от обычных чисел, которые можно складывать, вычитать, умножать и делить по тем обычным правилам, которые вы проходили в школе. Если с какими-то еще числами можно то же самое проделывать, мы называем эти числа полем. Комплексные числа образуют поле. Это проходит там на первом курсе вуза. Да?
Рациональные числа образуют поле, это проходит еще в школе, когда складывают дроби, правда? Когда выясняется, что сумма дробей — это тоже какая-то дробь. Да? А те числа, которые для описания собственного движения, они тоже будут являться полем, которое мы придумаем? Отличный вопрос. Ответ. Почти. Сейчас я поясню. Значит, есть два отклонения, да, прямо вслед за этим вопросом я и отвечаю. Есть два небольших ослабления понятия поля. Да, кстати, еще очень важный пример поля. Остатки от деления на простое число. Если мы рассмотрим любое простое число и все возможные остатки от деления на него, то на этом множестве, естественно, вводятся все четыре операции. С делением там не все просто. Это отдельная история, но это можно определить, как именно делить. И оно превращается в поле. А вот если вы взяли остатки от деления, например, на 10, то поле не ждите. Например, 2 × 5 равно 0. В поле такого не бывает. Из аксиом можно вывести, что произведение двух элементов поля, не нулевых, не может быть нулем. Из аксиом вот этих вот. А если возьмем остатки от деления на 10, то 2 умножить на 5 — это 0. Тоже нет, хотя поле с 16 элементами существует. Ну и вообще, поле, в котором, конечное поле, в котором p в степени k элементов, где p простое, а k любое, существует, но оно строится не как остатки. Оно строится по-другому, весьма хитро на самом деле. Вот. А вот остатки от деления на 4 не образуют поле, потому что 2 × 2 равно 0. 2 в квадрате равно 0. 2 × 2 — это 4, как раз 0. Да. А иррациональные числа? Иррациональные числа поле не образуют, потому что сумма двух иррациональных чисел может оказаться рациональным. Например, корень из двух и минус корень из двух. Они друг друга сократили, и получился. Вообще, внутри обычных вещественных чисел огромное количество полей. Это вот такая абстрактная теория полей. Это изучает теория алгебраических чисел, это изучает там безумное просто множество разных полей, бесконечное на самом деле. Но это как бы, это вот была бы лекция по абстрактной алгебре, а я хотел как раз по топологии, то есть я сейчас в эту сторону не буду идти, но очень много бывает примеров полей, на самом деле, очень разных. Вот. Значит, теперь дальше. Упрощение. Упрощение номер один — это кольцо. Это вот, например, остатки от деления на любое число, непростое. Кольцо — это когда я требую все, кроме вот этого для умножения. То есть я... говорю, что кольцо — это группа относительно плюс, кольцо — это можно умножать и дистрибутивно умножать, и относительно умножения выполнены все требования, кроме самого последнего, кроме обратного. Обратный мы не требуем. То есть, ну, там, кольцо целых чисел, да, возьмем тройку, она необратима. А если мы хотим заставить существовать одну треть, то мы переходим уже от кольца целых чисел к полю дробей, то есть чисел рациональных. Вот. Но сегодня мы будем не в эту сторону идти, а в другую. Сейчас я напишу странное слово. Тело. В математике есть группа, в жизни тоже есть группа. Группа лиц, да, по особому сговору. В математике есть граф, в жизни тоже есть и граф, и герцог, да. В математике есть кольцо, и в жизни вот кольцо, да, кольцо. Колечко. Ну, кольцо, да. Разные кольца бывают. Но в математике это термин. Модуль, У ракеты там какой-нибудь есть модуль, да, который отваливается, когда она взлетает. Но в математике есть свой модуль. Да? Поле тоже, выйди в чисто поле, вот тебе поле, да. А у нас поле — это вот, значит, алгебраический объект. И тело тоже. Тело — это алгебраический объект. Что такое тело? Это поле без вот этого требования. Чувствуете, куда я клоню? Ровно куда нам надо. Умножение чисел, которые задают вращение сферы, не может быть коммутативным, потому что сами вращения не коммутируют. А значит, нам нужно искать числа, но почти числа, вот почти. Во всем числа, кроме перестановки. Вот, то есть мы требуем все на свете, только
Группа здесь не обязательно коммутативна. То есть группа по сложению коммутативная, дистрибутивность и группа по умножению. Но группа по умножению может быть не коммутативной. Тогда мы говорим, что это тело, и мы ищем тело чисел, которые будут описывать вращение сферы. Ну, я уже забегаю вперед сразу и скажу, как оно называется. Эти числа называются кватернионы. Тело кватернионов. Кватернионы – числа, описывающие вращение сферы. Поднимите руку, кто слышал слово кватернионы до объявления об этом докладе. А, ну, некоторое количество народа слышало. Отлично. Значит, смотрите. Числа эти выдумал. Все, теперь я уже перехожу. Ну, собственно, это мотивировка была такая длинная-длинная мотивировка. Сейчас мы просто переходим уже к сути. Итак, когда осознали до конца, вот, что есть комплексные числа, когда это было осознано до конца, это было целое, как бы сказать, это была эпоха, в общем-то. Это была очень длинная эпоха, то есть когда-то давным-давно жили-были люди, которые исходили исключительно из натуральных чисел, да? Ну, довольно быстро их сменили люди, которые исходят из дробей. Ну, исторически, на самом деле, вначале пошли дроби, а потом рациональные. Но мне удобнее представить себе, что история шла иначе, что вначале выдумали отрицательные числа. Ну, представьте себе, какие-нибудь математика бы строилась в наших краях, да? Такая... Сколько сейчас градусов, да? Ну, сейчас-то плюс 3, а ночью, может быть, уже минус 2, да? Когда я учился в 57-й школе, приехало некоторое количество из Америки наших коллег, и они посмотрели, как у нас проходят уроки. Ну, правда, им не скажешь, что это самая лучшая в России школа, там, или одна из трех самых лучших в России школ. Не сказали. Вот. И они, посмотрев, впали в жуткое уныние и спросили, у вас что, вот такие все? У нас нигде в Америке нельзя найти ни одного человека на уровне даже самого слабого из вас в школах. Я говорю, потому что у вас нет отрицательных температур или они случаются редко. Математически северные нации гораздо более склонны к математике, потому что у них с самого детства есть отрицательные числа. В непосредственном живом обиходе. Ну, короче, я гнал им пургу эту всю, чтобы совсем окончательно их в уныние в это вогнать. Вот. Но тем не менее в этом что-то есть. То есть ребенок у нас, там 3-4-летний ребенок уже знает, что такое минус 3. Это значит, что идет снег, и нужно одевать хорошую шапку. А плюс 3 – это значит, что идет дождь, и шапку, в общем, такую теплую одевать не надо. И варежки не надо одевать, может быть. То есть это как бы вот такое, ну, внутри живет с самого детства привычка к тому, что есть отрицательные и положительные числа. Если бы математика развивалась в наших краях, то сразу бы пошли целые. Ну, потом, значит, допустим, дроби пошли уже. Это рациональные числа. Здесь... Мы здесь хотим решать уравнение вида а плюс x равно b. И не всегда умеем, а чтобы всегда уметь, вводим целые числа. Да? То есть если у меня есть два натуральных числа, то такое уравнение в натуральных числах не всегда разрешимо. Да? 5 плюс x равно 3. Нужно минус 2. Так, сюда мы переходим, когда мы решаем уравнение ax равно b. Правда? Дальше мы переходим к вещественным числам, когда решаем уравнение, ну какое, например? Ну да, и я бы так сказал, x квадрат равно 2. Уже вполне достаточно, правда? А заодно, я не знаю, например, уравнение а в степени x равно b. Или x в степени a равно b. Заметьте, у этого и у этого уравнений разные решения. То есть операция возведения в степень имеет обратную операцию по-разному справа и слева. Потому что возведение в степень не коммутативно. 3 в пятой не равно 5 в кубе. Некоммутативная операция возведения в степень приводит к двум операциям обращения с разных сторон. И обе они изучаются в школе очень активно. Это называется логарифм b по основанию a, а это называется корень, соответственно, из b от и степени. Да? Совершенно разные функции. Их потом изучают в школе. Это все как бы из этого перехода. Их изучают в школе, они разные. Вот, собственно, школьная программа примерно на этом заканчивается, правда? Дальше любопытные школьники и первокурсники вузов задают себе вопрос, а что делать вот с таким уравнением? Да? И переходят к комплексным числам. И дальше возникает какая-то такая вот
Блин, ну все, я подставил любой многочлен, приравнял нулю, коэффициент из С, решение будет С. Теорема Гаусса. Докторская диссертация Гаусса. 1799 год. 22-летний Карл Фридрих Гаусс защищает докторскую диссертацию. Тема. Основная теорема алгебры. Вот такие как бы были докторские диссертации. Сразу как бы на весь мир прогремело, естественно. То есть, если я взял любой многочлен с коэффициентами комплексных чисел, приравнял нулю, все решения будут в комплексных числах ровно столько, сколько его степень. Он полностью раскладывается на множители. Ну, вы, наверное, слышали об этом. То есть, вроде как все, приехали. Расширять некуда. А нам надо расширять, потому что нам нужно сферу описывать, а там явно больше, размерность больше. А какая, кстати, размерность этих чисел? Какая размерность пространства вращений сферы? Три. Потому что выбрать ось — это два, как бы две координаты. У оси нам нужно, нужно локально посмотреть, да, что изменить ось можно в двух перпендикулярных друг другу направлениях, то есть здесь две координаты будут, два параметра. И еще угол, он же может быть от нуля до этого самого. Вот, то есть у нас три параметра, но по аналогии с тем, что на плоскости один параметр вращения окружности, а комплексные числа двупараметрические, потому что годились только комплексные числа длины 1 для описания вращения окружности. Именно числа длины 1, то есть один параметр я убивал за счет выбора длины. То в случае со сферой, наверное, естественно предположить, что действительно у пространства искомых нами кватернионов размерность будет 4, как кто-то правильно предположил. И тогда, если дополнительно потребовать длину 1, то размерность будет как раз равна 3, то есть размерности множества всех вращений сферы. То есть мы на самом деле ищем четырехмерный объект. Это обнадеживает. И я сейчас объясню, почему. Я сейчас объясню, почему это обнадеживает. Короче, вот почему. Мы хотим, чтобы это было расширением комплексных. Но если это будет расширением комплексных, то как бы получается, смотрите, комплексные — это расширение вещественных, в которых как бы два параметра вещественных. В каждом комплексном числе зашито два вещественных параметра. Если мы говорим о расширении комплексных, то минимально, что можно представить себе, что здесь будет зашито два комплексных параметра. А вещественных тогда сколько? 4, а не 3. То есть мы точку 3 миновали. Мы не можем здесь найти расширение. Либо мы должны R непосредственно расширять тогда, а C там не будет жить. Ну, в общем, задача, как бы кажется нам, что нужно искать четырехмерное. Но это только нам так кажется. Я вам могу сказать честно, что примерно век подряд, а может и больше, искали расширение в размерности 3. То есть считали так, раз мы нашли хорошие числа комплексные, то почему бы не научиться умножать обычные трехмерные векторы. Вот у меня в пространстве есть три координаты, x, y и z. Ну отлично, давайте попробуем научиться как-нибудь x, y, z умножать на x с волной, y с волной, z с волной, да? Ну, один способ такой есть. Как он называется? Да, векторное произведение. Но вот незадача. Оно может быть равно нулю при умножении. А значит, оно никак не будет образовывать поле. То есть два ненулевых могут дать ноль. Значит, это не то, что нам надо. Это кольцо на самом деле. Вот это вот, относительно векторного произведения, все векторы в пространстве образуют кольцо. Очень хорошее кольцо, классное. Лиево кольцо, так называется. Вслед за этим самым. Софсом Ли, который их изучал. Но они, нам нужно нормально, чтобы они ноль не давали. Преобразование друг на друга, да, они не схлопывают. Они, то как бы ноль — это схлопывание пространства в каком-то смысле. Это плохое число. Вот. То есть искали очень долго. Искали эту операцию, чтобы превратить это в поле. Очень долго никого, ни у кого ничего не выходило. Ничего не получалось. Очень долго над этим думал Гамильтон. И тут он
Знаете, что он сделал? Это, наверное, нехорошо говорить студенческой аудитории. Но он напился. 1850 какой-то год, я не помню точно. Он с горя, он очень долгое время думал об этой задаче и не мог ее решить, и напился. И пошел гулять по... Господи, да что за склероз-то? Хорошо, что есть интернет. Я не помню, в каком-то городе происходило. Я это еще полчаса назад помнил. Радостно пошел на лекцию без каких-либо записок. Думал, зачем мне записки, я все это помню. И забыл город. Ну, в общем, можете в интернете найти, в каком городе это произошло. Там на мосту было. Он напился и на мосту написал формулу И умножить на G умножить на К равно 1. И некоторое время она была, но сейчас, говорят, ее уже нет. Стерли. Вандалы. Срезали формулу. Значит, что здесь говорится? Что кроме единицы у меня будет не просто И и G, а еще К. То есть, что у нас будет четырехмерное пространство. То есть будет число А плюс БИ плюс СЖ плюс Д на К. И любое такое число мы назовем квотернионом. Множество квотернионов – это множество четырехмерных векторов. То есть четырехмерное пространство, просто линейное. Но в линейном пространстве еще никто не умеет умножать. Да? То есть, чтобы сказать, что линейное пространство четырехмерное образует квотернионы, надо дать правило перемножения. Так вот он таким образом его задал. Но это не все на самом деле. Он, то, что произведение вот этих вот трех мнимых единиц квотернионных, трех вместо двух, трех, да, что произведение равно единице, этого мало, потому что мне нужно все знать, чему равно и на G, чему равно G на и на K, K на и, G на K, K на G, да еще, ну, на единицу понятно, что они будут все давать, единица должна быть нейтральным элементом, поэтому здесь не надо ничего придумывать. Соответственно, кроме, ну, там, эту формулу надо расшить на несколько требований, они превращаются в следующее. Все квадраты равны минус 1. То есть, иными словами, квотернионы – это три вшитых экземпляра комплексных чисел. На самом деле, как мы потом выясним, не три, а бесконечное количество. То есть, любая комбинация вот этих вот мнимых единичек даст тоже направление, направление как бы для еще какой-то мнимой единицы, которую можно вместе с единицей спарить и получится комплексные числа. То есть внутри квотернионов вшито бесчисленное количество экземпляров С, комплексных чисел. Ну а правила игры состоят в том, что И умножить на G равно К, а G на И минус К, потому что нам нужно, мы знаем, что тут должна быть не коммутативность. Поэтому первое, что можно придумать, это вот так. Но на самом деле, если честно, вот этого уже достаточно. Но давайте я выпишу все остальные. Значит, все остальные я не буду выписывать, я покажу, как это делается. Я должен взять окружность, на ней в трех местах написать И, Ж, К. Так, только лучше наоборот. Потому что мы любим в математике... движение против часовой стрелки. Мы предпочитаем движение против часовой стрелки, поэтому мы требуем, чтобы, если мы вот сюда движемся при умножении, то ставился знак плюс, а если мы движемся в противоположном, то знак минус. Иными словами, И на G равно К, G на К равно И. К на И равно G. G на И равно минус К. И на К равно минус G. К на G равно минус И. А можешь, пожалуйста, вопрос? Да. А вот если И на G равно К подставить верхнее выражение, получится, что на К квадрат равно единице? Ой! Спасибо! Минус единица, естественно! О, отлично! Молодцы, не спите. А почему он не стирает? Отпустите. Они еще меня током бьют всегда. Это вот эти доски. Огромное спасибо.
И ЖК равно минус единицы. Совершенно верно. Вот. И ЖК равно минус единицы. И именно это Гамильтон и написал. Блин, какой позор. Сейчас это самое. Те, кто будут смотреть до того места лекцию, скажут, ну, все дальше рисовать ее, можно не слушать, он совсем сошел с ума. Ну да, я часто ошибаюсь в лекциях, но слава богу, вот что мы это исправили. Но мы все равно бы увидели, да, в конце концов, что это так. Но вот хорошо, что вот. Вот в этот момент мы это и заметили. Как зовут? Владимир. Владимир, спасибо огромное. Вот. Надо будет обязательно в описании прям сразу написать, что в некотором месте ошибся и ЖК равно, чтобы уже не огребешь там 100 этих комментариев. Ха-ха-ха, идиот, идиот. Но зато будет много просмотров. Нет, просто люди очень любят, когда они чувствуют себя умнее, чем лектор. И они очень любят это как бы самоутверждение, они смотрят, смотрят там. Это, да, ну, наверное, да. Вот. Итак, правила игры заданы. Ну, блин, они какие-то такие, да? То есть мне не очень хочется, мне не очень хочется вот сейчас взять и умножить вот это на вот это, да? Мне нужно сейчас будет, мне сейчас нужно довольно много информации, чтобы объяснить, почему это в целом работает. Альфа, бета, гамма и дельта на k. Вот, ну, в общем-то, по чесноку-то мне нужно что сделать? Раскрыть скобки. Получится 16 членов. Ну, я могу понять, с чего это все начнется. С А альфа минус Б бета минус С гамма минус Д дельта. Потому что я просто вижу, что каждый спаривается, когда с самим собой, то минус 1 просто вылезает. То есть вещественную часть я могу сказать, чему она равна. Это вот этому. Но дальше пойдут, значит, тоже по 4 скобки можно отыскивать, да, где появляется И, например, А на бета И, Б И на альфа, С Ж на дельта К и Д К на гамма Ж. Вот 4 места, откуда родится И с разными знаками. Потом то же самое с Ж и то же самое с К, 4 скобки. Но лично, ну как бы, есть книги, в которых так и делается, потом формулируется целый ряд теорем, и постепенно там они доказываются с помощью метода прямой брутальной силы, да, разложения на это самое, разложение и отслеживание этих. Значит, но я, значит, хочу по-другому. Я хочу вам рассказать о том, как кватернионы возникают из С. То есть как из комплексных чисел перейти к кватернионам. Там будет меньше вычислений, хотя нужно будет это делать. О, черным по черному это гениально, да. Так, извиняйте, да. Давайте белым и эту сотрем. Ага, белым. Вот. Давайте кватернионам назовем вот такое выражение. Где Z и W принадлежат С. Эй, уберись. Так. Ну, понятно, в общем-то, что если кватернион Q равен А плюс БИ плюс СЖ плюс ДК, то в данном случае Z равно А плюс БИ, да? А W равно чему? С, Д и вот эти самые два комплексных числа. Z, V и C. Ну, действительно, С плюс ДИ умножить на Ж равно С, Ж плюс Д и Ж. А И, Ж, как мы помним, это К. И, Ж это К. Поэтому, в принципе, вот другая запись для кватерниона. Я хочу доказать, что кватернионы можно не только умножать, а делить. Ну, понятно, да, мне нужно тело, почти поле. Про умножение мы вроде как уже все поняли, но мне не нравится, что нужно раскладывать 16 этих самых. А знаете, есть еще октавы Келли. Но про это я сегодня говорить не буду. Следующая система чисел, которая... Ну, короче, 8, восьмимерные над вещественными, но там теряется ассоциативность, там совсем все жутко, абсолютно жутко.
это называется октавы Кейли. И там есть ты 8,8, да, 64 у тебя слагаемых сразу вытекает. Но у Арнольда есть книга «Геометрия кватернионов», спинов и октав, по-моему, так называется. Еще как-то вот там про это рассказано. Но нам достаточно этого. Теперь смотрите. Вот я хочу умножить z1 плюс w1 на g. Перемножить. И z2 плюс w2 на g. Что значит перемножить? Ну вот я взял и перемножил, да? Но вас это не устроит. Равно z1, z2 плюс v1 g z2. Извините, я не могу менять местами. Не имею права менять местами, потому что у меня нет перестановочности при умножении. Поэтому я должен открывать скобки так, как открывают скобки в некоммутативных системах, дистрибутивных, некоммутативных, да, некоммутативных кольцах. То есть строго по порядку. Плюс z1 на w2 g, ну, слава богу, хоть это в нормальном виде, плюс w1 g, w2 g. И дальше мне хотелось бы написать это в человеческом виде, то есть опять в форме один комплексный плюс другой комплексный строго на g справа. Вот если я так смогу делать, то я научусь перемножать кватернионы. Ну давайте, попробуем для этого. Заметим следующее, что v умножить на g. Смотрите, следите, ловкость рук, никакого мошенничества. Если я вас обману, обязательно указывайте, ладно? Равно cg плюс dk, правильно? Так? Равно gc, потому что это обычное вещественное число, и здесь перестановочность, конечно, будет. Да, с вещественными они как бы, ну, эти вот, вещественные со всеми коммутируют. gc, теперь я пишу так. Минус d g i. Вот. Вот так, да, написал. То есть k это не только и g, это еще и минус g i. Поэтому это gc минус d g i. А вот теперь уже g-шку я могу за скобку убрать слева. Получится c минус d i из-за перестановки d с g. Так, и что это за число в терминах w? Правильно, молодцы, это сопряженное. То есть у меня возникает правило, которое мы сразу запомним. Оно очень важное для нас. Оно звучит так. WG равно G на W сопряженное. Это правило перекидывания G через комплексное число. То есть в силу правила перемножения кватернионов, вот этих базовых кватернионов и GK, мы получаем такое вот, ну, как бы такое общее правило, что комплексное число, умноженное на жишку, равно жишку, умноженное на сопряженное комплексное число. И теперь мы можем продолжать. Так. Не бойтесь, на самом деле вот таких вот брутальных вычислений будет не так много, как казалось бы, с учетом изучения четырехмерного пространства и перемножения векторов в нем. То есть их будет, небольшое количество будет, но не очень большое. Не, да. Вот. Значит, равно z1 на z2. Так, мне g нужно перекинуть направо. Значит, я пишу плюс w1 z2 с чертой на g. Перекинул через z, поставил черту. Перекинул через комплексное число, поставил черту. Это в прекрасном виде существует, v2g. А это мне придется перекинуть. Вот здесь я перекидываю. V2 происходит с чертой, а g домножается после этого на g. Минус 1, да. То есть минус v1 на v2 с чертой. И это, собственно, ответ. То есть ответ такой. Z1, Z2 минус W1, W2 с чертой — это вполне определенное комплексное число. Плюс V1, Z2 с чертой плюс Z1, W2. И вот это умножается на g. То есть я получил произведение двух кватернионов в форме комплексных чисел. В форме записи через комплексные числа. А именно, этот на этот минус этот на этот с чертой плюс этот на этот с чертой прибавить этот на этот без черты. Вот оно правило. С помощью этого правила
уже достаточно легко доказать следующую теорему. Теорема. Основная теорема арифметики экваторнеонов, на самом деле. Ну, может, лемма, не знаю. Лемма, наверное. Она выглядит так. Q1, Q2 сопряженное, сейчас объясню, что это такое, равно Q2 сопряженное умножить на Q1 сопряженное. Где Q сопряженное равно A минус BI минус CG минус DK для Q равного A плюс BI плюс CG плюс DK. То есть сопряжение, мы пришли к тому, что такое сопряжение экваторниона. Сопряжение экваторниона – это то же самое, что сопряжение комплексного числа. То есть я мнимую часть переворачиваю, вещественно оставляю. Не заботьтесь о том, что вещественная теперь маленькая, такая коротенькая-коротенькая, а мнимая такая длинная-длинная, да? Вот эта вся мнимая, она должна переворачиваться минус, с минусом все должно идти. Вот, и тогда, значит, вот получается такая теорема, да? Кстати, как записывается Q-сопряженная? Q-сопряженная записывается как… Это у нас Z сопряженное, правильно? А это просто W со знаком минус. То есть, если я исхожу из вот этой формы экваторниона, то сопряжение – это сопряжение первого и полное обращение второго. Без сопряжения. Ну вот теперь, друзья мои, я вот предлагаю вам просто в качестве упражнения, ну вот это в лоб проверка. То есть нужно взять, перемножить в двух порядках, там посмотреть, что будет происходить, пользуясь вот этой формулой для сопряжения, да, перемножить. То есть вот это нужно сейчас, ну хотите, можем и сделать, можем выполнить. То есть, ну давайте начнем, вот не надо, да, делать. То есть вот это надо просто вот взять, соответственно, сопряжение вот этого, вычесть вот это без сопряжения, потом взять сопряжение каждого из них в другом порядке перемножить и аккуратно по буковкам сравнить каждый с каждым, что везде будет то, что надо. То есть вот это та проверка, вот проверка нудная, но не очень длинная. Проверка нудная, но не очень длинная. Есть еще такая проверка в форме вещественной записи. То есть ну да, она еще длиннее, но немножко менее нудная может быть. А, нет, она идейная. Она идейная. Знаете, как идейно сделать без вычислений вообще? Смотрите. Вот это свойство достаточно проверить на парах базисных элементов. Что это означает? Это означает, что вот я взял 1, и, g и k. И стал умножать на 1, и, g и k. И если, взяв любой элемент отсюда и любой элемент отсюда, при перемножении получается то же самое, что ну, при умножении и взятии сопряженного получается то же самое, что при, ну, вот, ну, то есть если для любой пары действует вот эта формула, то и для любых двух векторов она тоже будет действовать из-за понятия билинейности. Вы знаете такое понятие билинейности? Вы изучали там билинейные формы, квадратичные формы? То есть это свойство билинейно. Если оно верно на базисных элементах, на парах базисных элементов, то дальше оно продолжается по билинейности просто чисто в лоб. Поэтому надо проверять только для вот таких. Например, вот что такое IG сопряженное. Нужно доказать, что это равно G сопряженное на I сопряженное. Но дело в том, что сопряжение для I, для G и для K – это переворачивание вниз и все. То есть минус это самое, минус само. Потому что вот, видите, да, здесь как бы здесь пропадает. Вообще можно сказать, что если экваторнеон чисто мним, то есть не содержит вещественной части, ноль здесь, то тогда его сопряжение – это минус он сам. Ну и, соответственно, вот здесь что мы видим? Здесь EG – это K, K сопряженное – это минус K, а здесь написано минус G на минус I. Минус на минус дает плюс, то есть написано, что минус K равно G I. Ну это верно.
Ну и также для любой другой пары. Ну, то есть, в общем, либо вы вот так идейно доказываете, либо вы доказываете в лоб, мытьем, катанием, как хотите, вы, по крайней мере, эту формулу установите. Теперь, почему она жутко важная. Поехали. Напоминаю, что мне нужно деление, которого еще нет. А что значит деление? Что такое деление? Что значит кватернион Q разделить на Q1 на Q2? А? Да, это значит, что Q1, я ищу такое, что Q1 равно X на Q2. Или я ищу такое, что Q1 равно Q2 на X. Помните логарифм и корень? Помните логарифм и корень? У нас два деления. Нет понятия разделить один кватернион на другой. Есть понятие разделить слева и разделить справа. С этим надо жить. То есть не существует просто деления кватернионов. Мы обязательно должны указать, что Q1 на Q2 в минус 1 или Q2 в минус 1 на Q1. Это будут разные кватернионы. То есть будет результат деления слева один, а справа другой. Но больше никаких не будет. То есть вот либо это уравнение решаем, либо это. Это корень того уравнения, это корень того уравнения. Но, тем не менее, деление вполне возможно, если мы научимся брать обратный, правда? То есть нам нужно только обратный научиться. Как только научились, вот вам, пожалуйста, результаты делений с одной и с другой стороны. Итак, как получить Q в минус 1, где Q равно A плюс BI плюс CG плюс DK, ну или, если удобнее, то Z плюс WG. Сейчас я дам ответ. Но прежде лемма. Лемма. Q на Q сопряженная принадлежит R. А? Да, да, только здесь это более впечатляет, потому что она же длинная такая колбаса. Длинная. Казалось бы, ну C, наверное, принадлежит. Нет, R. То есть совсем круто. А теперь смотрите, сейчас будет ну просто реальная магия. Вот сейчас настоящая магия. Доказательство. Вот сейчас будет магия. Пусть кватернион H — это Q на Q сопряженное. Тогда H сопряженное равно Q на Q сопряженное сопряженное. Согласны? По правилу, которое мы доказали, это Q сопряженное сопряженное на Q сопряженное. То есть я должен их переменить и поставить на каждом сопряжении. Двойное сопряжение, естественно, все вернет назад. Все минусы заменят на плюсы. Поэтому это равно Q на Q сопряженное. Нет? Q1, Q2 меняются местами. Поэтому я должен написать это сопряжение, а потом это сопряжение. А значит, это H. То есть H сопряженное равно H, откуда H принадлежит R. Доказательство закончено. Понятно, что если число равно себе сопряженному, значит, мнимая часть полностью отсутствует. Она же вся переворачивается. Вот такое короткое доказательство получилось. Ну а тогда из этого следует, что что Q на Q сопряженное равно также Q сопряженное на Q. Потому что раз оно вещественное, да, потому что это A квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат по очевидным причинам. Вот это вот сейчас я просто объясню, тогда будет сразу ясно, что и в ту и в другую сторону. Ибо все остальные слагаемые
в А плюс БИ плюс СЖ плюс ДК на А минус БИ минус СЖ минус ДК мнимые. Смотрите, да? Помните, вот что мы уже знаем, какая вот вещественная часть. Это я, это на это, это на это, это на это, это на это. Правильно? Вещественная часть только отсюда берется. Все остальное, это будет все равно, как бы, ну, там G на K, например, умножаться там, или... То есть будет все равно вытекать эта самая мнимость. Ну, и видно, что 4, вот этих 4. То есть начинается с A квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат, а дальше идет какая-то шняга. Эта шняга вся мнимая, и ее нет, потому что мы доказали, что число принадлежит R. Но раз оно принадлежит R и остается только вещественная часть, значит, она в точности этому равна. А тогда, естественно, и перестановка даст то же самое. Ну и что теперь? Чему равно Q минус 1? Кто у меня продиктует? Правильно! Молодец! Именно так. Равно Q сопряженное делить на A квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат, которая, как и раньше, называется нормой. То есть нормой кватерниона называется вот эта сумма квадратов. Как в случае с комплексными числами. Нормой кватерниона называется сумма квадратов, компонент вещественной записи. Вот. Ну, действительно, это совершенно очевидно. Попробуйте умножить Q на вот это число. У вас Q с чертой будет вверху, и оно как раз равно E над Q. И внизу, да? То есть здесь сумма квадратов, здесь сумма квадратов. Все сократилось. Так, поднимите руку, кто понял момент с обращением. Ага, более-менее. Ну, могу даже прям записать, смотрите. Q с чертой делить на E над Q, умножить на Q, это то же самое, что Q на Q с чертой делить на E над Q, равно Q с чертой делить на E над Q. Но это и там, соответственно, сумма квадратов. Сумма квадратов, квадратов делить на сумму квадратов. То есть 1. Все. То есть я нашел число, которое при намножении на Q дает единицу. Оно оказалось сопряженным, деленным на норму. Так, мы можем постепенно приступать к главной нашей задаче, а именно к вращениям сферы. Но до этого, значит, следствие такое. Следствие номер один. Q с чертой, ну это мы уже говорили, равно минус Q. Тогда и только тогда, когда A равно нулю, то есть Q равно BI плюс CG плюс DK. Так, ну это как бы следствие просто из формулы обращения сразу же. То есть это сразу следует из того, что Q с чертой это A минус BI минус CG минус DK. Потому что если А нету, то, соответственно, получается противоположное. И наоборот, если получилось противоположное, то значит, А должна сократиться. И далее еще. Далее. Если Q равно BI плюс CG плюс DK и B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат равно 1, то есть если оно по норме еще равно единице, по длине вектора вот этого, значит, вектора четырехмерного, в котором, правда, первый компонент отсутствует. Вот если так, то есть дополнительное замечательное свойство, что Q в минус первой равно Q с чертой равно минус Q. Офигенное такое вот как бы трехкратное тождество. Чисто мнимый кватернион длины 1 в минус первой степени всегда равен минус себе, да еще и себе сопряженному. Итак, берем H. Это четырехмерное пространство, да? В принципе. Обычное четырехмерное пространство или двумерное комплексными числами. Ну, линейное пространство, четырехмерное. Прекрасно. Сейчас мы зададим отображение пока его в себя. Как потом вращение сферы получить, мы еще будем
думать. А пока мы задаем ее вот такой формулой. Значит, оно действует с помощью какого-то конкретного кватерниона Q. Конкретного кватерниона Q. По формуле. Формуле. Такой. Вот это пси, помеченное как бы кушкой, да? От H, от другого, от любого другого кватерниона. Вот здесь я беру H, это какой угодно кватернион, то есть какой угодно вектор четырехмерный, да? И перевожу его в Q умножить на H умножить на Q минус первый. Круто! Автоморфизм. О, знаете, что такое, да? О, да, откуда вы знаете? Была теория. А, так у вас была теория. А, это участие из вас была. А где вы учились? Здесь. Так у всех была или нет? Вот оно что. Все понял. Ну, была бы моя воля, я бы всех измучил ею. То есть, всех. Ну, я, собственно, этим и занимаюсь сейчас. Да. Вот. Итак, это, естественно, тоже принадлежит H. То есть, смотрите, я каждому кватерниону сопоставил некоторое преобразование четырехмерного пространства. Ну, спросите вы меня, какого рожна? Мы ищем обычную трехмерную сферу, ее вращение. Трехмерная сфера лежит в R3. Почему ты мне суешь, Саватеев, да, почему ты нам суешь вращение четырехмерного пространства, которое будет приводить к вращениям кого? Ну, трехмерной сферы, да, сферы той самой, которая в гипотезе Пуанкаре, да, возникает. Вот, то есть не то. Да нет, я сейчас вам объясню, почему это то, что надо. Сейчас объясню. Значит, смотрите. Теорема. Сиq от h является движением. H. Но здесь нужно объяснить, как мерить расстояние, ну, обычным эвклидным образом. Это четырехмерное пространство, поэтому там есть обычный корень из суммы квадратов четырех чисел. То есть расстояние между двумя векторами, мы берем разность между этими векторами и, соответственно, корень из суммы его квадратов компонента. Значит, теперь почему это так? Сейчас я это докажу. Для этого чуть-чуть еще мы, значит, Доказательство. Во-первых, норма произведения. Сейчас мы посмотрим, чему равна норма произведения двух кватернионов. Как вы думаете, чему она будет равна? Произведению норм. А почему? А вот почему. Дело в том, что Q1, Q2, ну вообще норма кватерниона, как мы знаем, это кватернион умножить на он же, но сопряженный, правда? Q на Q с чертой. Сумма квадратов, та самая, да, евклидова вот эта длина, норма евклидов, квадрат длины, это просто Q на Q с чертой. А теперь внимание, что это такое? Это Q1, Q2? Q2 с чертой, Q1 с чертой, с вашего позволения. Верно? А это что? Правильно, ассоциативность у нас есть. Это норма Q2. Но, вы меня простите, норма Q2 это вещественное число, оно коммутирует совсем подряд. Поэтому мы выносим его за скобку, и остается Q1 с чертой. То есть норма, ну и тут я тоже могу их в другом порядке поместить, потому что они вещественные числа. Все. Вот такой вот простейший вывод. Вот, далее. То есть поставим здесь точку с запятой. Точка с запятой. Теперь смотрите, что такое расстояние от одного кватерниона до другого? Что это такое? Это евклидова норма
вектора разности между ними, правильно? Евклидова норма, ну а норма Евклидова и наша это одно и то же, просто h2 минус h1. Только что? Правильно. Молодец, под корнем! Под корнем! Ну это пофиг, да, что под корнем. Но тем не менее важно заметить, что под корнем, да. Значит, вот оно. А теперь внимание. Расстояние от ψQ от h1 до ψQ от h2 равно корень длинный-длинный из Q, из нормы числа Q, значит, H, так, мне нужно разницу, да, между ними, QH 2 Q в минус 1 минус QH1 Q в минус 1. Да? Верно говорю? Так. Равненько. Корень из нормы, внимание, Q на H2 минус H1 на Q в минус 1. Слишком длинный хвост у этого корня. Куда собака делся весь? Ладно. Искусственный интеллект решил, что нужно стереть весь корень. Не понял, что надо стереть только хвостик корня. Правильно? Это я правило дистрибутивности просто с обоих сторон, справа, слева, все хорошо. Но только норма произведения равна произведению норм. Поэтому это корень из n от q. N от H2 минус H1, N от Q в минус 1, а теперь скажите мне, чему равно N от Q в минус 1? Норма. Единица делить на норму от Q, потому что их произведение равно единице, а норма единицы равна единице. И так как они вещественные числа, то они благополучно друг друга сокращают. Поэтому это снова корень из вот этого, то есть это ρ от H1 до H2. Все. То есть это доказано. Просто в лоб. В лоб brute force, да? Единственное, что мы, вот это у нас такой интеллигентный brute force, да? Интеллигентный. Мы вот это доказали, а потом раз, раз, раз и все. Итак, это движение. Дальше. Итак, ψQ переводит ваш, h ваш. ψQ от h равно QHQ минус первый. Да? Так. Так. Движение. А теперь внимание. Для любого вещественного лямбда, ну, которое рассматривается как кватернион. Лямбда плюс 0i плюс 0j плюс 0k. Для любого вещественного лямбда ксику от лямбда, чему бы вы думали, равно. Правильно! Потому что q лямбда q минус 1, это лямбда, q с лямбдой коммутирует. Q с лямбдой коммутирует. Ну, давайте я напишу, то есть это что такое? Это q на лямбда на q в минус 1, но вещественные числа коммутируют с любыми кватернионами. Поэтому это лямбда на q в минус 1, и вот оно все посокращалось, и осталось одна лямбда. Поэтому у меня в четырехмерном пространстве при движении стоит на месте вещественная ось. Простите, что я ее вверх нарисовал. Мне просто она нахрен потом не нужна будет. Мне нужны остальные три. Поэтому я ее вверх убрал. Вещественная ось стоит на месте. Понимаете ли вы, что из-за этого и вся перпендикулярная ей трехмерная дополняющая плоскость тоже стоит на месте? Если движение, да, оставляет ось, проходит через ноль, вот эта ось какая-то, да, проходит через ноль. Вот все углы-то прямые, да, при движении углы тоже сохраняются. То есть все, что было в трехмерной перпендикулярной, останется в трехмерной перпендикулярной.
геометрическая интуиция. Ну а в трехмерной перпендикулярной, соответственно, останется на месте та самая двумерная сфера, которую мы и ищем. То есть мы, наконец, пришли к тому, что есть какая-то сфера, которую вращают все кватернионы. Где же она лежит? Что это за трехмерное пространство? Что это такое? Как его определить? Ну, как кто скажет правильно? Это множество каких кватернионов? Чисто мнимых. Множество чисто мнимых кватернионов. То есть BI плюс CG плюс DK. Вот таких. Чисто мнимых. Вы хотите, я в лоб докажу, что любой такой переходит в такой же? О! Хотите, докажу в лоб? Не нужно вот это все, даже не нужно будет. Смотрите. О, сейчас в лоб. В лоб теорема. В лоб теорема. Пусть H там с птичкой это множество вида BI плюс CG плюс DK, которое, соответственно, ну, изоморфно R3. Ну, короче, представляет собой трехмерное обычное евклидово пространство. Обычное евклидово. Тогда ξQ от H с птичкой это H с птичкой. То есть, при H из H с птичкой, ξQ от H тоже принадлежит H с птичкой. Иными словами, если я взял чисто мнимый кватернион, любой, и вот так его прокрутил, то получился тоже чисто мнимый кватернион. Как я это буду доказывать? Ну, смотрите, как я буду доказывать. Смотрите, я возьму и попробую его сопрячь в надежде, что получится что-то хорошее. Попробуем сопрячь. Так, поехали. Что это такое? Это Q, H, Q в минус первый, сопряженное. Согласны? Так. То есть Q, H, Q с чертой делить на N от Q, и все это сопряженное. Потому что я напоминаю, Q в минус первый это не хухры-мухры, это Q с чертой делить на норму Q. Правда? А норма Q вещественная, и на сопряжение она никак не влияет. Абсолютно. Поэтому мы ее выкидываем вниз, и остается сопряжение вот этого выражения. Что происходит с кватернионами при сопряжении? Порядок меняют. Поэтому здесь можно написать в обратном порядке Q с чертой H и Q, и над каждым из них поставить сопряжение. Что дальше? Что такое двойное сопряжение? Правильно, это Q, A с чертой, а это можно вернуть его в это самое, просто это Q с чертой делить на N от Q, снова это Q минус первый. Так, то есть сопряжение равно Q, A с чертой, Q минус первый. А теперь последнее. Если H чисто мнимый, чему равно H с чертой? Минус H, то есть написано минус Q, H, Q в минус первый. То есть минус ψQ от H. Значит, сопряжение ψQ от H равно минус ψQ от H. Из-за чего следует? Что оно тоже чисто мнимое, правильно? Потому что только чисто мнимые при сопряжении приходят переворачиваемые. То есть раз вот это равно этому, то вещественной части здесь нет, а значит ψQ от H тоже принадлежит H птичкой. И значит у нас сразу же, вообще сразу, без даже этих самых апелляций к чему-то сложному, у нас возникает вращение пространства, натянутого на И, G и K, а вещественную ось мы просто можем игнорировать.
Ну и, понятно, будучи движением, оно сохраняет единичную сферу, то есть ее вращает. Итак, любой кватернион Q, определяет вращение S2, вот, которое происходит по формуле, соответственно, BCD, вот такое вот BCD из S2. Что такое BCD из S2? Значит, B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат равно единице, да? Переходит в, ну, переходит, мы его, вначале мы его записываем в виде чисто мнимого кватерниона, потом мы его отсандаливаем слева и справа, правильно? Отсандаливаем с помощью Q и Q в минус 1 слева и справа, и это тоже чисто мнимый с нормой 1, потому что, как мы уже знаем, это движение, норма не меняется. Ну, то есть ему соответствует еще какой-то вектор на сфере, да? Мы вектору на сфере сопоставили вектор на сфере. Вопросы, несколько вопросов, которые нас должны интересовать. Во-первых, при каких кватернионах получаются одинаковые результаты? То есть вот может ли быть так, что вот взять как бы еще какой-нибудь кватернион, а кси ку, короче, ку, когда кси ку равно кси ку штрих. То есть нет ли тут какого-то неприятного склеивания, да, склеивания разных кватернионов? Мы бы не хотели, чтобы несколько разных чисел задавали одно и то же вращение сферы, да? Нам бы по-честному, нам бы по чесноку, вот чтобы один кватернион одному вращению соответствовал, да? Произведение произведению, близкие кватернионы близким. Но это не получится, потому что, значит, ответ при Q' равно лямбда умножить на Q, где лямбда – вещественное число. Обратите внимание, что от удлинения ничего не будет меняться. Что значит кси, например, лямбда Q, да? От h. Это лямбда Q на h на лямбда Q в минус 1. Ну, я извиняюсь, что лямбда в минус 1 сократилась с лямбда, потому что это вещественное число. Поэтому осталось то же самое, что QH, Q в минус 1, то есть кси Q от h. Поэтому мы во всяком случае в этом четырехмерном пространстве кватернионов мы должны обратить внимание, что целиком вся прямая вот такая переходит в одно и то же вращение сферы для любого кватерниона из этой прямой. Блин, как жалко, да? Как же нам сделать, чтобы как-то его, что надо сделать? Ну, мы можем потребовать, чтобы его длина была просто равна единице, правда? Но тогда их будет два, Q и Q и минус Q, да? То есть пусть длина Q или норма Q равна 1. Тогда для любого элемента сферы S3, то есть А, Б, С, Д, таких, что А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат равно 1. Вот для любого элемента сферы S3 можно составить соответствующий кватернион длины 1 и ему сопоставить вот это вот вращение трехмерной сферы, то есть для, ой, двумерной сферы. То есть для любого элемента трехмерной сферы получается вращение двумерной сферы. И здесь остается досадная такая зараза, вот мелочь такая, что двум противоположным кватернионам, вот противоположным, тоже оба по длине равны единице, но противоположным друг другу, соответствует одно и то же вращение сферы. Нельзя ли с этим что-то сделать? Ответ страшный. Нельзя. Теперь я вам открываю ужасный секрет. Не существует, это уже сложная теорема, но тем не менее, не существует взаимно однозначного отображения между какими бы то ни было числами и вращениями сферы. Но существует двузначное. То есть
двум кватернионам, противоположным по направлению длины 1, сопоставляется одно вращение сферы, двум кватернионам, противоположным, значит, еще одно, и при взятии композиции двух вращений сферы перемножаются эти друг на друга, то есть берется пара q минус q, умножается на h минус h, ну и понятно, что тут как бы опять получится qh минус qh, да, то есть получится пара, у нас перемножение идет парами. Плюс-минус q на плюс-минус h равно плюс-минус qh. И вот здесь, в этом плане, все хорошо, если мы будем одним, как бы, одно число за два считать. Ну, кажется, что это как-то неудобно, но оказывается, что ничего особенного, к этому можно привыкнуть. Упростить это дальше невозможно. Это математическая невозможность. Эту математическую невозможность прояснил человек по фамилии Хопф, великий тополог. Он выдумал расслоение Хопфа на этом языке, но это уже выходит немножко за рамки нашего сегодняшнего разговора. Но суть в том, что если вы попытаетесь сопоставить, например, вот ровно вот эту, да, вот эту, не эту, эту забракуете, запретите, вот эту запрещено, а эту ставите, соответствие. А из соседней пары, соответственно, вот эту вы запрещаете, а эту берете. Знаете, что произойдет дальше? Вы постепенно будете менять, вот медленно менять вот эту вот пару кватернионов, каждый раз запрещая противоположную. И вдруг обнаружите, что в какой-то момент запретить нужно уже ту, а не эту. То есть вот этот вот переход, вот превращение, превращается, что на самом деле вот так вот, если вы берете вот эту вот полосу разрешенных, она придет в запрещенную точку. Невозможно выделить. Это топологическая невозможность, топологическая нетривиальность множества всех вращений сферы. Это так называемая группа, ну, группа я уже говорил, да. Вот это на самом деле вот... трехмерная сфера, но это вот название я не буду сейчас расшифровывать, а вращение обычной сферы называется SO3. И вот это трехмерная сфера, а это неориентируемый объект типа ленты Мебиуса. Вот множество всех вращений сферы устроено топологически очень сложно. Там есть как бы способ, в общем, короче, вот если вы знаете, что такое лента Мебиуса, то это примерно вот это, только как бы реализованное в трехмерном пространстве. И из-за этого у нас мы можем рассчитывать только на отображение попарное склеивание вот этих вот противоположных точек. Но зато все остальное с нами. То есть все остальное с нами. Пси Q1, Q2 равно пси Q1 на пси Q2. На пси Q2. Или, может быть, в обратном порядке. Сейчас. Вот давайте посмотрим. Что это такое? Вот если я его применяю. Это Q1, Q2, H, Q1, Q2 в минус 1. Правильно? Мы знаем, что минус 1 — это почти сопряжение, просто деленное на норму. Поэтому минус 1 ведут так же себя, как и сопряжение, именно Q2 в минус 1, Q1 в минус 1. Но это вообще всегда верно в любой группе. AB в минус 1 равно B в минус 1, A в минус 1. Ну, тогда мы можем написать, что это Q1 умножить на Q2H, Q2 в минус 1 и умножить на Q1 минус 1. То есть Q1, примененное к кси Q2, пси Q2 от H, и Q1 минус 1, то есть на самом деле это пси Q1 от пси Q2 от H. Да, совершенно верно. Действительно, ровно в этом порядке, да? Пси Q1, Q2 равно пси Q1, выполненное вслед за пси Q2. То есть есть это главное свойство, есть главное свойство, гомоморфизм, что произведению кватернионов соответствует композиция вращений сферы. То есть здесь все хорошо. Все честно, практически до конца, до вот этой бинарности. Вот если вы мне сейчас как бы готовы просто поверить, вы знаете слово спин? Это он. Вот это вот неизбежная двузначность обратного отображения. Это и есть все спиновые эффекты, которые возникают в физике, связаны с этим удивительным явлением нашего мира, что вращения трехмерной сферы записываются не числами, а парами противоположных чисел. Вот, собственно говоря, мы открыли великие тайны мироздания. Сегодня мы открыли великие тайны мироздания. Что здесь осталось? Осталось, наверное, показать... Да? Можно уточнить, то есть спин электрона можно описать с помощью вот этого
да, да. Я прямо сейчас это не могу сделать, я разбирался в свое время. Но нужно быть физиком, то есть нужно чувствовать еще и электрон, вот как электрон, понимаешь, да? То есть вот, как сказать, нужно иметь особые с ним отношения, для этого нужно быть физиком, да? Вот, я математик, и для меня электрон просто какая-то абстрактная пси-функция где-то там. Вот, но это не то, что надо, нужно чувствовать его нутром. Вот, и вот, чтобы об этом дальше утверждать. Но как только я залез вот там в соответствующие книги, там, Блохинцева, Ландау-Лифшица, я там сразу обнаружил вот эту фигню. Немедленно просто, слушай, о, так они же тут говорят про вращение сферы и про кватернионы. То есть я немедленно обнаружил этот эффект. Чисто математически, что там ровно это. Так, что еще? Последнее. Это, наверное, вы захотите узнать, а какая же ось-то вращения, да? Вот у меня есть кватерниончик, который равен А плюс БИ плюс СЖ плюс ДК. И он как-то вращает трехмерную сферу. Но мы знаем, да, что все движения трехмерной сферы – это вращение вокруг осей. Так где ось-то? Ну, наверное, кто не догадается, какая ось? Это вектор... Вот этот. Да, вот этот. Вот мнимая его часть – это и есть ось. То есть... Если вы возьмете B, C, D, вот этот вот вектор, вы прямо в лоб вы увидите, что как раз вот это он и не меняет. Можете просто разложить, посмотреть. А сопряженное там на Q, Q на BI плюс CG плюс DK на Q минус первый, это то же самое, что Q сопряженное делить на N от Q. Ну и вот здесь сопряженное, то что будет? A плюс вот эта вот вся мнимая часть умножить на это, на A минус вот эта вся мнимая часть. Из-за этого, что вот здесь мнимая часть та же самая, что здесь и здесь, тут перестановочность умножения. Перестановочность позволяет поменять местами и сократить. То есть здесь возникает сразу понятие, где эта ось. Ось ровно здесь. Ну и понятно, каждый, вот каждой оси соответствуют эти два. Вот этот плюс, значит, плюс-минус Q. Каждой такой оси. Ну и А подбирается здесь. Вот. А подбирается. Ну, то есть он подбирается по длине равной единице, но ось от этого, естественно, не меняется. Вот, вот, собственно говоря, кажется, это действительно все. Кажется, это все. Теперь мы, значит, знаем, как в координатах записывать вращение сферы, что, в частности, очень важно космонавтам. Я слышал, что у космонавтов есть курс кватернионов, потому что, ну, у тех, кто хочет разобраться с тем, как это они там вращаются в безвоздушном, в невесомости. Так, ну, вроде все. Ну... Да, если... Давайте я напишу кое-что и задам вопросы. То есть не задам, а предложу задать. Так, youtube.com. Маткульт, привет! А теперь поднимите руку, кто сюда ходил когда-нибудь. Отлично. Ой. Да, легче было спросить, кто не ходил. Но все, кто не ходил, приглашаются сюда. А также вот сюда... Урок в математике, ну это для школьников, вам, конечно, уже все понятно там будет. Ну и вообще, как бы, можете набрать Саватеев, там будут разные в интернете, разные мои появления. Спасибо за внимание.